Перевозка грузов по рекам – одна из приоритетных сфер транспорта в России. Использование естественных магистралей, большая грузоподъемность транспортных средств и высокая точность планирования обеспечивают низкую себестоимость данного вида транспорта. В Якутии ключевая транспортная артерия – это река Лена. Участок реки от порта Осетрова до Ленска наиболее нагруженный и активный в плане грузовых перевозок. А порт Осетрова в городе Усть-Кут – важнейший стратегический объект всей страны, осуществляет операционную деятельность на этом участке реки Лена. Чтобы выстроить оптимальные маршруты для поставки грузов в Алмазный край, создали дочернюю структуру РНГ-снабжения. Это отдельная компания в структуре ИСТИП-холдинга, которая обеспечивает комплекс снабженческих услуг для группы РНГ, а также всех структур холдинга и компаний, работающих в Якутии. Складские базы есть в Москве, Усть-Куте, Ленске и Мирнинском районе. В оперативном управлении собственный мелкотоннажный флот. На погрузке у нас сегодня находятся суда «Витимец» с баржей 200 тонн, судно «Боец» с баржей 500 тонн, судно «Виктория» с баржей 200 тонн. Все баржи прошли ремонт, преднавигационную подготовку, а также были проведены ремонтные работы в соответствии с требованиями российского речного регистра. В перспективе планируется приобретение еще одного судна типа «Костромич» с двумя 200-тонными баржами. Это позволит нам вывести до 70% грузов собственными силами и собственным флотом. Развитие транспортно-логистического направления – одна из ключевых сфер деятельности группы РНГ. Для построения логистической цепи восстановили и запустили в эксплуатацию железнодорожный путь на Усть-Кутской базе РНГ-снабжения. Произведен ремонт полотна, была подготовлена вся документация для ввода в эксплуатацию пути. Наличие своего пути нам позволило сократить время обработки вагонов под грузовой операцией, также контроль качества выполнения работ и простой вагонов. ЖД-путь 300 метров протяженностью за 7 месяцев 2020 года позволил обработать нам 230 вагонов. В этот навигационный период РНГ-снабжение планирует вывести более 15 тысяч тонн сухогруза с порта Осетрова до речного порта в городе Ленске. Из них 10 тысяч тонн собственным флотом. Мы не останавливаемся на достигнутом. В этом году провели успешную работу с Ространснадзором по получению лицензии на прием опасных грузов. Также у нас в работе открытие параграфов по приему контейнеров. Это даст нам преимущество самим контролировать полное поступление своих грузов. Оперативная отправка грузов и контроль на каждом этапе процесса – главные задачи РНГ-снабжения в навигационный период. Всего в 2021 году предприятие примет и доставит через свои базы 25 тысяч тонн различных грузов. РНГ-снабжение планирует развивать свой флот в Ленском речном бассейне, а также обустроить инфраструктуру на причале в Ленске. Роман Муконин, Анна Винокурова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».